Привет всем. Сегодня 16 апреля. Сегодня посетим Боровичинские пороги. Пригород Бологое за провинцией. Самолет повесили. Дорогой бензин, да? Нет, недорогой. Недорогой? 38,60. 38,60? Да. Я забыл. А там 38 было вроде у нас. Или 39. Ой, там дорого здесь бензин дорог. Сейчас думаю, здесь вот авария была. И этой бабули сделали домик. Красивый домик такой. Вот, мемориальный без памяти крушения поезда. А вот домик вот этот, вот он, вот там, памятник сделали. А домик вот этот. Нихуя нет. Не матерись, а то он там вдруг такой твой будет. С тобой на мотоцикле, помнишь, мы на озеро уехали? Угу. Когда снимаешь, видишь, мигает синенькая. Видать, и синенькая у нас? Да нет, пока нет. Вот, вот и вместе вот. А, вот. Значит, съемка идет. Поехали, вас. Ну, дорога. Реплику создать, чем-то ляпни. Добрались до речки. Да, дошли. Дошли, да, вернее. Метров 200 да, прошли и пришли. Конечно, она побольше воды, чем летом. Совсем другая река. Ага. Какие-то выработки есть. У асфальт твой дорога там, а то тебя чуть ранен. Вот, быстро еду, там асфальт хороший. Ну, может, возвращаться и будет через Боровичи. Вот здесь, смотри, какие-то котлованы наруши. Что тут делали? Что-то добывали. Колчедан тут где-то был в лесу. В прошлый раз видели. И очень крутой берег. И не упасть бы. Парень стопнул. Стараюсь. Вот там какое-то строение здесь такое. Пойдем посмотрим. Это, наверное, вид на речь. А, смотри, спускался до себя себе. А? Сделался лесенка на. Да, сейчас посмотрим, что это такое. Вот бы на пещеру увидать. Какая она сейчас. Просто мосток из нифига. Ну, это для туристов сделали, чтобы вид. А, ну пойдем спустимся, пойдем посмотрим. Если я пойду первый, а то
что там тебя ловить, если ты упадешь. Вон крепкие ступеньки, ступеньки крепкие. Вот и нельзя. Упади. Вот и замерз. Ага. А не думали, пещера-то будет? Мы сейчас посмотрим. Просто обзор мне сделано, да? Ну, а пещера не раз это есть. Это есть? Ага. Пройти надо, пока не пройдем, не знаю. Где я сапоги не одел? Да. Вон там бурлит. Вон там бурлит. Ну попробуем, пойдем по краю, мы что-то выберемся. Или пойдем туда сапоги, а где у нас? Ну я, по-моему, не спросило. Можно другие спросило, а не сказали такое. Это подземная река понередка. Смотрите, упади. Смотрю. Так, мы угадали, прямо на нее и вышли. Бухую, 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 бухую. Залез. Барелёк, лево, второй. Ага. Берёк повалил, да? Да. Ну, пока мы с ступеньком кидает она в речку. Смотрите, сейчас много. Эффективная. Да. И откуда он на земле столько воды берет? Ага. А вода цвет такой же, как и в реке. Ну, не прозрачно. Ну да. Тоже такая, как маленького торфа подвешена. Ну, ты помнишь, я тогда не мог забраться туда, да. Сейчас она глубже стала, шире стала, размыла маленькую. Да, да, да. Помнишь, я помню, да, да. Не мог пробраться. Да. А сейчас она больше стала. Давай поснимаем еще сверху. Пойдем потом. Она
двух заманов осталось, сантиметров на 20, наверное, да? Потому что я вот так вот раз, и мне было ноги не выделил. А второй, видишь, маленько обрушился. Вот там еще маленький бьет, Волк, гляди. Видишь, он там у самой воды. Обрыв крутой. Очень крутой. Почти отвесный. Попробуем сейчас сверху посмотреть. Пойдем сверху все посмотрим. Ага. Сиди меня, сиди. Сейчас вот со мной. Отключи. Что я тебя фотографирую? А как ты меня? Это мы основные пологи уже переехали. А? Основные пологи там остались. Я вот забыл, вот я, они вроде вот там. Не, куда а надо. Там, не туда, да, там. Иди сюда, вот. Мы когда плавали, это самое, сначала мы видали вот эту саневетку, а потом уже порогов больших да, да. Доехали. Значит, они ну, там остались. Это можно увидеть только, если по той стороне ехать. А туда, а там и шумел, шумобуза какой-то. А нет, это он наверное шумел. А туда мы сейчас никуда не проедем, там туда бесполезно ехать, потому что это самое, не интересно там уже ничего нет. Не, ну надо выезжать, дорогу-то надо, да? Ну, там не, нам не подобраться, видишь? Ну я должен быть спуск какой-то к этим. Ну мы же вот видишь, мы пошли, а там и надо погиб. Ну да. О, и смотри, сейчас тут хорошо идет, пузыри. Пузыри, пузыри, видать пузыри. Хорошо, что по этой трубочке пошли, попали туда, куда хотелось бы, да? Ага. А то пришло на... По снегу показались уже какие-то грибы. Местные подснежники. Самый настоящий гриб. Или прошлогодние еще остались. Непонятно, не похоже. Вот они видят, растут. Еще снег не видел, сошел, а уже грибы растут. Интересно. Провалы какие-то, ямы непонятного происхождения, почему образовались эти карстовые голуны здесь.
Надо вышку его построить смотровую, да? Да, да. Или он, да, вот, или он на этой лестнице, на это дерево. Он сам слез. Ну, а далеко было видно. Километр, наверное. Наверное, да. Ну, пойдем обратно к машине. Речка Мста Тропичинского посада. Пока здесь течет более-менее спокойная. Но сразу за ним начинается ускорение. Доски плавают, талкины, трава. Посмотрим на той стороне. Сразу за мостом ускоряется. Пороги будут только вырастать. В юные большие, потому что. А? Потому что в юные большие. Да. На-ка меня. Держи, ничего не нажимает, как она. Вот в эту сторону видно, как идет наклон. Меня поворачивает. А вот туда, в противоположную сторону, видно, чуть-чуть и тихая она. Можно сказать, вообще, как будто течения нет. Вообще, прозрачная, чистая, не прозрачная вода, а чистая, зеркальная, почти. Там какой-то мостик, видать, через... Нет, нет, они будут видать, как мелом тебя. И там это, типа, старого моста какой-то, сложенный, арка сложенная из камня. Вот с этого места начинается порожистая мечта. Порога будет все больше и больше, течение будет сильнее и сильнее. Не треснет порога, как у Бугорода. А что, ничего на микрочипе? Он замирает, это самое. Снималось, да. Он замирает, когда это экономит электроэнергию. У меня опция такая, просто поставил и все. Все. Ну, смотри, судя по уровню воды, вот, вот смотри, вон на побережье. Ага. Она как бы выше не поднимается никогда, да? Ну да. Она и бывает сюда. А ведь вот чуть-чуть под самым мостом входила вода. Да ну, тут под мост речонок. Вот тут все деревья посмывало. Да, и корабли здесь обходили. А какой-то корабль на этом русле. Да. Половодье, ну, может, не опоздали. То есть его и больше не будет, то есть не шанс. Она наивысшая, наверное. Уровень. Попали в самый пик. Да. И поедем. Криво. Теперь сюда подоедем и поедем в дом. Подходим к знаменитому порогу лестницы. Посмотрим его поближе.
Там типа отеля специально построили такое здание, не было раньше его. А вот может это и есть как раз. Да, вот тут надо прокат все идет. Да. Все шлепается. Вот тогда-то 1000 бар все спускали к Питеру. А с правой стороны сделали специальный отвод, чтобы поменьше было воды. Было не держать баржи. Более ценные грузы, которые в этих баржах были, в обычной посаде перекладывали на телеги и везли их по суше. А сами баржи спускали потихонечку вниз, как могли, тормозили. Более, они все одинакового размера были, примерно по 22-23 метра. Ну, конечно, тут чистили эти породы, взрывали, осушали, но ничего не получилось. Вот, все равно, но не выровняли, как хотелось бы. А когда-то все шли так, что даже ездили на телегу. Сам Сердюков ездил здесь на телегу по дну реки. А все плотины на Бережайке и на реке Кемки были закрыты, шлюзы, она не сразу сказали. И мсту нас тоже перегораживали. Ну, пускались, как могли. Пробивались, конечно. Сейчас объект спортивного интереса. Чем ты не сделался на другом стране? Что специально? Вот это бур сделал. Думаешь? А то больше не будет. Ну, пойдем. Видишь?